Сейчас Алиска взлетит в воздух. Да ты циркачка. Ух ты, ничего себе, как дядя прыгает. Вот это да. Всем привет, я на канале Мисальс. И сегодня мы пришли с мамой и с папой прыгать на батутах. Ничего себе, мы сегодня пришли в батутный парк. Вот тут есть указатель. Фристайл он называется. Смотрите, как у меня колечко еще. Ой, есть. Колечко шикарное. Шикарное. Винкс. А вон папа. А вон папа. На самом деле у нас сегодня будет очень интересное видео, потому что мама с папой никогда в своей жизни не прыгали на батутах. Так что это будет интересно. Идем, никак не дойдем. Вот так. Вот он. Такая вывеска маленькая. Все. Забегай. Гора Эверест. Сейчас покорится Алисе. Фух, я уж сама запыхалась. Так, Алиса едет. У-ху! Алиса! Как твои ощущения? Круто? Сейчас попрыгаем, мы еще пойдем. Хорошо. Ничего себе, как дядя прыгает. Вот это да. Обалдеть. Еще один дядя. Я сейчас уйду отсюда, мне будет стыдно. Кто бы видел, как прыгает мама. Ух, ничего себе. Вот, видите, вот так надо прыгать на батутах. Давай. Сейчас Алиса еще раз пойдет прыгать в кубики. Воды. Дай воды. Иди у папы возьми. А мама пока попрыгает на батуте, покажет вам, что она видит перед собой. Так, заходим на батут. Мама не умеет этого делать. Ну, выглядит все вокруг приблизительно вот так. Вау! Вау! Вот так мы прыгаем.
Алиска страховка. Не страшно? Но мы... Очень? Че, серьезно? Мы же по низу вроде пока лазим. Посмотри, как старается моя девочка. Алиса, тебе еще чуть-чуть. Полпути. Умничка. Лезем на второе препятствие. Крутяцкий. Ой, мама все не пройдет уже с другой стороны. А следующее препятствие – бревно. Так, потом еще какой-то волчок. Лесенка и вперед. Все, мы выберемся. Следующее препятствие. Ты по верху держись. Шатается? Лиса уже раскачивается. Давай-давай, передвигай ножками. Молодец. Идем. Умничка, так быстро проходишь. Следующее препятствие. Пройти, ну проползти, я думаю. Ползти же. Привет. Привет. Ну как тебе? Как тебе веревочный этот парк? Страшно. Страшно? Молодец. Поверху держись, смотри. Наверху. Да, за эту штучку. Опа. Есть. Осталось последнее. Железку, помним про железку. Страховка. Последнее препятствие. А, держаться не за что. Иди. Иди без рук. Не бойся, иди. Ростом еще не дотягивается. Ой, молодец. Ой, молодец. Новый аттракцион. Сейчас Алиска взлетит в воздух. Алис, тебе страшно, что ли? Да? Ты же мечтала на такой попрыгать. Точно улетишь. Да ты циркачка.
когда она взлетает. У-у-у, на лицо посмотреть не получится.